Добрый день, дорогие друзья. Тик-центр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Citroёn Berlingo 2010 года выпуска с бензиновым двигателем 1,4 литра, механической коробкой передач, пробег на автомобиле 180 тысяч километров. Клиент уже ранее у нас был в техническом центре на диагностике ходовой части автомобиля. Ну и сейчас мы будем выполнять ремонт по нашим рекомендациям. Это рабочая лошадка и требует к себе уделить внимание. Будем выполнять процедуру профилактики задних тормозных механизмов. Сейчас будут сниматься задние барабаны. Посмотрим при снятии, текут ли задний цилиндр тормозные. Если нет, то помоем, почистим всю систему и соберем назад на автомобиль. По передней подвеске будем выполнять замену подшипника ступицы с правой стороны. Есть небольшой гул в самом подшипнике. Подтекают сальники приводов. Видны следы потеков масла. Будем менять масло в коробке. Ну а также на этих автомобилях болезнь — это подтекает сальник выбора передач и разбивается кулиса. Ну, соответственно, тоже будем менять все манжетики и устанавливать новый ремкомплект на саму кулису. Сальники приводов будут меняться с двух сторон. Передние тормозные колодочки под замену. Есть повреждения на приводном ремне. Тоже также будет выполняться замена. Ну, поменяем масло в коробке. И выполним еще и ТО. Заменим масло в двигателе, воздушный, салонный фильтр, топливный фильтр. Объем достаточно большой. На весь ремонт мы затратим 23 часа. И сумма ремонта составит 31 290 рублей. При выполнении всех наших работ, все запчасти, которые мы поменяем, предоставим клиенту, чтобы не было сомнений, то, что мы выполнили их замену. Если у вас есть вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.